Всем привет! Сегодня у нас какое число-то? 11 июня, 22 год, Беларусь, Могилев. Мы снова с мужем едем на закупку продуктов нашу ежемесячную. Заедем еще, наверное, помыть машину, да? В первую очередь, муж говорит. Вот, и поедем закупаться. Написала список, как обычно. Только со списком ездим, только со списком, потому что если пойти в магазин без списка, начинаешь хватать все подряд, и денег тогда вообще не хватает. Вот серьезно, да? Мы уже список пишем, ну, наверное, несколько лет, да, вот сколько мы ездим. Два года точно. Раньше так, налегке, да, ходили, а теперь уже 2 года пишем список обязательно. Поэтому, чтобы не промахнуться, как говорится, цены очень хорошо выросли сейчас. На многие продукты, кто смотрит меня давно, тот уже знает, как выросли. И на масло подсолнечное, и на майонез, и на мясо, и на многие группы товаров. Так что списочек нам в помощь. Все, мы приехали в Хит. Сейчас идем туда. Бери телегу. Людей мало, кстати. Да ты издеваешься надо мной. Это на меня опять среагировала пищалка. Ну что, в этом отделе нам ничего не надо же, да? Мы сразу пойдем, тряпки у нас есть такие. Да. Мы сразу пойдем к мясу, наверное. Потому что здесь нам вроде бы ничего не нужно. Только посмотрим по чеку, если останутся деньги. Я намереваюсь посмотреть дешевую сковороду. Но вряд ли у нас это выйдет. Тут стенды с акциями огромные. О, какой порошок, посмотри. Посмотри, какой порошок. Рожковник? Ну, это польский, по-моему. Польский порошок, наверное. Смотри, какой. Очень привлекательный. Ну, привлекательная коробочка. И сколько он стоит? 38 рублей. Вашкоинг 38 рублей. Такого объема. Ну да. Неплохо, неплохо. Помоющим что-то выгодное. А ничего, наверное, кстати говоря. Освежитель я не написала в список. Освежитель воздуха. Ну, Глейд это дорогой. Ну, тогда не будем здесь брать. Глейд это дорогой. Глейд 4,29. Идем за мяском. Идем за мяском. А что так как-то мало мяска? Ну, подразобрали. А, суббота же. Нет. Суббота же. Все на шашлыках. Даже курицу где-то разобрали. Угу. Точно что. Мяско у нас, как всегда, заветривается без этого самого, без пленочки, да? О, хорошее мяско там свиное. Смотри, какие они красные, вот эти вот. Ну, это же при праве видно маринованное. Свининка по-мексикански. Здравствуйте, можно, пожалуйста, килограмм фарша? По 9,99 столичного. А куриный есть простой вот, который? И куриного тоже килограмм. Отнимите трошки, да. Так, держи.
каждого килограмма я выпью. Угу, да. Купаты тоже килограмм свиных, а куриных нету? Только свиная. Ну давайте 2 килограмма. И тех по килограмму. А, это одинаковый, да? Просто эти как-то темнее. А, ну давайте 2 килограммчика, да. Ё-моё, по 1,59 уже. Скоро мы станем вегетарианцами. Хватит, хватит, да. Ножки я писала, а нету ножек. Все. Ножков нет. Спасибо. Так, идем дальше. Кошачий отдел. Здесь нам нужно щетки, может быть, посмотреть. Если ватные диски есть. Ватные диски есть. Ватные диски, вот. Почем они? Ну, точно не по 99 копеек, это однозначно. Что-то ценника вообще нет. Ой, не-не-не-не-не, по 4,30 не надо. Значит, за всяким мыльно-рыльным надо ехать какую-то милу идти, потому что... А, щетки тут есть, ты смотри. А какие? По 29, до свидания. А что за фирма? Не-не-не, это нормальная это... цена, что за фирма? Медиум. Нет, мы не будем такие брать, это бы какие. Да, просто. Значит, это нам не подходит. Так, ножки курицы вычеркивай. Да. Нет, не вычеркивай. То, что мы не брали, не вычеркивай. Вот кошачий корм по 95. Это хорошая цена. По 95. Вискасы. Масло. Масличко. Мне надо одно масло. Золотая семечка. Голден. Так, возьмем голден. Вот такой. Ты лучше бери, а то у меня в кадре мало места. Хорошо. Тогда получается. Говори, что брать. Так. Масло голден. Оно так масло. И написано, масло, да. Идем в крупы. Консервы нам не надо, у нас все есть. Я не писала их, да. Мы идем в макароны, гречка. Овсянка. Овсянка вот такая. Овсянка одна? Одна. Ну, ладно. Одна овсянка. А почем она? 83 копейки. Овсянка. Может, еще возьмем это? Нет, у нас есть. Я писала все как надо нам. Все как положено. Значит, гречка. Гречка густо, густо в сиреневой упаковке. Вон она снизу лежит, наверное. Гречка густо в сиреневой упаковке. Так, гречка две. Две. По сколько грамм? По 800? Да, хорошо. По 800 нормально. Что там макароны. Еще? Макароны. Макароны. Макароны где-то вон там. Нам придется заехать в это узкое пространство. Знаешь что, спагетти нам не надо. А кроме только спагетти пастораль? Вот а рожочек? Нет, нет, это какие-то маленькие, какие-то не нет, подходят нам. Нету. Пасторали там, никакого? Суп. Значит, берем спагетти. Пусть будем есть и спагетти. Будем есть спагетти. Только спагетти в магазине. Да. Покажите список, что там еще. Ну, пойдем в молочку. Молоко, сметана. Молочный отдел. И яйца, яйца. Это С2. Посмотрим на стенде вот здесь, почем яички.
А яички по 3,09 C1. Да. 2,55. Смотри, какие они крупные. C2 написано, но они крупные. Так какие возьмем? Вот есть еще C2. По 2,55 тоже, да? Но они... Ух ты, бляха. Они не маленькие. Надо как-то на них посмотреть, понять. Это что? C2, да? Молодильные. Это они? Или это не они? Да, золотые. Молодильные. Все, берем этих 4 десятка. 4 десятка. Посмотрите, какой широкий выбор продукции, готовой трапезы компании. Очень классные для шашлычка, уже замаринованные. Ничего я такое вроде бы. Вкусно. Такой ерунда, очень острый, не пойдет. Даже никто есть, потом не будет. Что еще есть? Шашлык, горчица. В молочном отделе будем брать молоко. А знаешь что? Возьми самое нежирное, потому что кофемашина плохо вспенивает жирное, я поняла. Наверное, бери... Или наоборот, жирное взять. Нет, не жирное вспенивает. А я эту пену как-то уже разлюбила. Давай. Да. Не нашим, не нашим. Да. Одно полтора, одно 2,5. Сметана. Сметана тут же сразу стоит. Капец, 2,97 Брест-Литовск. Свежие новости почем? Это 20, это 18%. 2,13, хорошая цена, берем. Хорошая цена на эту сметану. Творог. Творог. Творог или творог? Творожок. А тут выбора нет. Вот, бери их, 4 моих осталось. По ходу дела. 5. Нам 4 надо. Нам надо 4. Что там у нас дальше по списку? Йогуртов сумасшедший выбор. Майонез. Это вот здесь рядом. Я так писала по порядку, потому что я помню даже расположение в магазине, где что. Майонезик. Вот есть Хайнц. Майонезик сначала берем. Лимонный сок или оливковый? Лимонный сок. Мне для почек вредно. Вредно? Зачем ты это спрашиваешь? А был же еще какой-то третий вариант. С яйцом. А уже нету яйца, да? Только. Подожди. Есть Хайнц такой? Он соленый. Хайнц это соленый. Хайнц нам лучше не брать. А, вообще Хайнц? Да. Дай-ка я пройду к кетчупу и посмотрю сама, что тут по кетчупу. Хайнц, он для меня слишком соленый. Какой-то вот кетчуп томатный готовим дома. С душистым перцем, перченый типа. С кусочками овощей. Балтимор, томатный кетчуп. Кусочками. Он маленький какой-то. Из больших только Хайнц. Рика. Но он дорогой, наверное, Рика. Один у нас одинешенек стоит. А вот и Рика еще есть. Для гриля и шашлыка. Я такое люблю. Можешь пробить, сколько он? Вот это 2,99. Это Балтимор, да? Да. А Рика 3,15. Не, что-то как-то жирно. Что-то как-то жирно. По-моему, вот этот вот самый дешевый. Да? Я брала вот такой лечо, мне он понравился. И с овощами есть какой-то, вот, с овощами. Вот он. Вот это вкусный, да? Будет. Пробейте, он, по-моему, около тоже дорожал. Спасибо, спасибо. Если вам. Подорожал. О, отлично. Спасибо. Спасибо. Значит, я ну, черт. Хлебушек здесь, мы идем в хлебушек. Хлеб, батон. Один батон. Ну, сейчас посмотрим, что тут вкусненького такого из хлеба батона.
Вообще я люблю вот это вот сверху, да? Браунс Бейкери, надо смотреть по дате, чтобы он был нормального числа. 2-2-6. А сегодня какое? 11. А, так это свежая неделя ему. Свежий? Да это нормально. Для этого хлеба это вообще... Неделя это не срок еще. Но на него скидка. Ты смотри, чтобы плесени нигде не было там. Раз такая скидка, не, красивый, да, вроде да бы, вроде все нормальный. Ок. Ну, возьмем один такой. А из батонов? Если можем какую-то хлеб. Булку сладкую взять. Хлеб и батон. Ну, это хлеб. Это батон. Возьми тогда темную, раз ты хочешь, как хлеб. Нет, ладно, давай как-то. Как 3 рубля почти батон с изюмом. Обдираловка. Батюшки, 3 рубля. А вот эти булочки вкусные, 2,19 тоже. Будем такой брать? Давай. Подожди, вот 1,49 рубль, тоже ничего. 2,19 колечко. Ну, вот это меня привлекает, вот эта булочка. Она меня привлекает за 2,19, мой аппетит. Да. Хлебушки вычеркиваем. Вот этот мы любим хлеб, Браунс Бейкери, очень чай. Вкусный. Кофе, чай. А вот еще Браунс Бейкери стоят. Ну, они такие же самые, да? Едем в чаек. Так, в чаечек в конце. Манго? Спайси манго? Но он, наверное, дорогой. 4,49 манго. Ничего да. себе. Я... На работу берешь? Да. За 13? Вот это цены подросли. ТЭС за 13 рублей. 12,99. Ты на работу берешь вот этот, да? Бери. Подожди. Лисмочка есть. Индийский чай. Чай. Индийский чай. Это крепкий, это нормальный, отлично. Хороший. Мне на работу четверка крепости лисма. 100 двойных пакетиков. О, еще дешевле. 6,79. В два раза. Мне не принципиально, что на работу. Да и нормально. А вон какие-то сахар. Длинненькие. Что это такое длинненькое? 22 рубля. Достань. Подарочек. Что это такое? Достань. Длинненькое. Нет, вот эта палочка, да, торчит. Что это такое? А, это кофе. Это этот кофе в кофемашину капсульную. Какой... А вот этот Далай вкусный чай. Мы на работу брали с начальницей моей. Ну, давай домой возьмем, попробуем. Зеленый с мелис... О, это успокаивающе, это очень хорошо. Мне вот вчера Серега на работе угостил одним пакетиком. А ты думаешь, чая. Он дешевый? Капец, 4,09. Он угостил меня вот таким вот, только так. Не с бананом, угу. А с малиной или что-то такое. Очень вкусно. Угу. А вот. Мне не нравится, вот я таким. Пила его. Пила? Мне не очень. Ну так. Ну, смотри, так... поскольку чай. Обалдеть, по 4 рубля чай. 4,99. Надо какой-то взять домой. Бляха, разоримся на этом чае. Смотри, с какими-то гусями новый. По 2,15. Herbal Country. Это какой-то новый чай. Посмотри-ка, какой интересный. Чаёкчик. Чайный напиток. Все понятно. Это чайный напиток. Ну что, какой будем добавлять? Ой, ну или Далай зеленый, или вот это спайси манго меня привлекает. Ну значит спайси манго. Но он черный или какой? Или хербал? Улун. Это улун? Да. Это будет вкусно, берем улун. Ты в нашу телегу положил, да? Тут чья-то с пивом. Чья-то с пивом. Боже, какой дорогой чай. Давай кофе смотрим. Посмотрим кофе. Это еще интереснее. На Мока цены нету. На Павлика цены нету. Я могу сходить пробить. Вот, 75 Росса, 62,99, 59. То есть в еврике дешевле. А там по сколько было? Вот этот 52 или 53. А Лаваза золотой? Там его не было. А, за 70 он был.
мужик, золотой лаваса здесь очень дорого. Это дорого. Вообще в идеале баристу за 45. Потому что, ну, это большие цены. Мы 60. Значит, еврик заедем за кофе. Значит, кофе тут брать не будем зерновой, да, он дорогой. Идем во фруктики. Капуста. $4.29 капуста. Пекинка или обычная? Обычная. А нет, это пекинская $4.29. Капец. Будем капусту брать? Что-то я уже и не хочу этой капусты. Что-то я уже ее и не хочу, знаешь. Не так уж и хотелось. Помидорка по 3.19 хорошая. Только кто из них... А. Давай помидор возьмем здесь. А то дома одна помидорина, да. А большие вот эти, это по 3.19, а то томат слива по 5.49, поэтому нам не надо по 5.49. Томат слива, это вот такой. Самых непобитых. Вот, вот такой. Чтобы еще полежал такой, не самый спелый. Вот я тебе даю томатин. О, я люблю большие. 4, да? Хватит 4, да. А они где-то и будут на килограмм. 4 этих огромных помидора где-то будут на килограмм завесить. Фруктики. Что почем у нас по фруктикам? Яблоко 2,99. Вот это маленькое красное. Не хочешь? Апельсин 2,99 тоже. А мы ели их недавно, я не хочу. Яблоко Golden Delicious, это зеленое, кстати. 2,99. Да? Возьми пакетик. Груша конференция, слышишь, 4,99. Яблочки. Оно неплохо выглядит, да? Неплохо выглядит это яблочко. Какое оно сочное. Ты такие желтоватенькие бери, они самые спелые такие, знаешь. Вот да, вот там вот лежат они такие. А это зеленоватые. Ну, кстати, киви красивый приехал, не такой, как был. Киви красивый приехал, вот. Такой хорошенький, крупный такой. Авокадо по 12. Много не бери, много не бери. Ой, много не бери же ж ты. Ты это съел за один вечер. Кто тебе даст за один вечер? Я хочу апельсин. Банан, кстати, хорошо выглядит и пахнет хорошо, спелый. Ну, он уже спелый прям. Я хочу несколько апельсин в пакетик. Я сейчас таких самых оранжевых посмотрю. Буквально пару штук. Угу.
а то сверху выкладывают каких-то зеленых. Все, два. И вот этот третий. Я хочу его. Так, трепель. Теперь все как чаю и останется морозилка. Да? Да. Что-то к чаю, что-то к чаю. Выбор на самом деле огромный. Но вот эти пачки как-то, я не знаю, они стали дорогими. По 8 рублей, ты посмотри. Уже дешевле каких-то вот таких печеньков. Мне а вот снизу печенье, всякие круассаны. Отсюда печенье очень вкусное. Супер вкусное. Да, но его мало. 390 грамм. А вот какой-то кот Федот. Почем? Длинный. Почем кот Федот? Где-то тут написано. Нет? Нет. Какой-то привлекательный, посмотри. Вафли большие. С шоколадом. Ну, это дешевле, чем вот эти пачки. Ну, если ты не против, то не, да. Я, что, хорошее, нормально выглядит. Это ладно. Недорого. А, так вот он стоит, этот кот Федот. Нормальная, большая упаковка. Да? 500 грамм, нормально. А где-то еще бывали тут круассанчики такие? Не видишь? Это здоровое питание. Вот наш товар, соломка. А это пряник рубль 79. Но он будет, наверное, невкусный. Соломка. Ну что? Все, морозилка. Что по списку? Пельмени и рыба. Покажи. Пельмени, рыба, да. И кофе останется. Но это когда мы рассчитаемся, мы узнаем, сколько у нас денег. Морозилочка. Десять рублей, да, пельмешки. 9,99. Ну. Ну, бери классические, да? Наверное, ты любишь эти больше всего. Очень вкусные. Ну что? О, боже, обожаю. Как хорошо выглядит. Ха, крабовые палочки, кстати, я не писала. Они такие дорогие, стали 5 рублей вообще. А скумбрии нету. Есть. Кило 165. Хватит вот такой, да? Кило 165. Вот только интересно, она по 8, а не по 6. Тут два разных ценника. А как вот эту кильку делают? Я не просто в муке жарят, мама твоя говорила, просто в муке типа жарю вот такую. Ну, не знаю. Кильку типа. Как-нибудь надо взять такой кильки. Есть на развес, вот она. Ага. А есть в упаковке такой. Креветков нету. Креветков нету. Ну все, идем на кассу, да?
Ну вот, мы уже вышли из Хита, и чек наш составил 135 рублей 86 копеек. Но это мы еще экономно, и мы еще не купили кофе, и ватные диски, зубные щетки нам нужны. Вот, так что все равно выйдет в итоге на 200 рублей общий чек, я думаю. Вот такая закупка. Ну и вот, ребята, зашли мы еще в магазин Гиппо и купили 3 позиции, докупили. Это ватные диски, рубль 99, хорошая цена. Зубные щетки Oral-B 3D White, это очень хорошие зубные щетки по качеству. 7,19 за 2 штучки упаковка. И кофе зерновой Бариста, который мы уже брали при покупке кофемашины, 45,99. Самая приятная цена и хороший по качеству кофе. Чек составил 55,17. Ну и еще купили черешенки на 10 рублей. Вот и все наши покупки. Спасибо, что смотрели это видео. Всем пока! Пока-пока!